нет ничего в вашем телефоне утром, что заслуживает внимания, ну, хотя бы до того момента, как вы собрались выходить из дома. Нет в вашем телефоне ничего такого, что вы должны обязательно узнать перед сном. Потому что если вы это узнаете, вы все равно с этим ничего не сделаете, вам пора спать. Если вы начнете думать, что каждый раз, когда вы берете телефон, вы берете его зачем-то, вы обнаружите, что у вас нету цели. Вы увидите эти автоматизмы. Бороться с цифровой зависимостью – это наша теперь внутренняя, крайне важная задача.